Визит начался с экскурсии по территории предприятия «Сантехкомплект». Глава осмотрел открытые площадки для хранения инженерного и сантехнического оборудования, ознакомился с новыми зданиями и сооружениями. В экскурсоводах – директор акционерного общества. Мы показали сейчас недавно введенный новый корпус складской площадью 9288 квадратных метров. Это новое для нас хранилище продукции. Это хранилище класса А. Там реализованы новые технологии хранения и, соответственно, работает новая техника. С технологической точки зрения это, безусловно, шаг вперед. Предприятие было основано в 92-м году и представляло собой буквально клочок земли и один гараж на ней. В этом году ему уже четверть века. Теперь компания занимает площадь в 17 гектаров и трудится здесь более 700 человек. С лучшими сотрудниками и познакомился сегодня глава района. Мы приходим в трудовой коллектив и перед самими сотрудниками чествуем лучших, тех, кого считает сама администрация предприятия лучшими. Мы кого-то замечаем, но самое главное, что это трудовые успехи, а о них общественная деятельность. Андрей Вехтер – один из награжденных. До сантехкомплекта он сменил много рабочих мест, но только здесь обрел, что называется, дом. Одна из самых лучших моих работ и моих подразделений. И хотелось бы еще здесь поработать столько, еще полстолько, еще четверть столько и еще один год. Марина Тупикина на предприятии чуть ли не со дня его основания. И по ее словам, сменить место работы никогда даже не приходило ей в голову. Нравится. Во-первых, условия работы. Во-вторых, сама работа интересная. Немаловажный фактор – это расположение. Добираться, каким образом добираться до работы. Работа – это не только место, где мы добываем средства к существованию. Здесь зачастую создаются семьи, заводятся новые друзья и проходит большая часть жизни. И от того, какие созданы условия труда, напрямую зависит качество этой самой жизни. Похоже, работники сантехкомплекта на нее не жалуются. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Владимир Бежонов. Видное ТВ.